Непокоренный Кавказ. Так называется акция, которую не первый год проводит в нескольких районах юга России группа ценителей истории нашей Родины. Участники автопробега по местам боевой славы посетили Усть-Джигутинский район. К патриотической акции присоединился и Артур Мхце. Стартовавшая в Краснодаре патриотическая акция «Непокоренный Кавказ» достигла Карачаева-Черкесии. Участие в автопробеге по дорогам республики приняли представители ветеранской организации, а также все неравнодушные к родной истории люди. Почетных гостей в парке Победы города Усть-Джигуты уже ожидали учащиеся образовательных учреждений, для которых это мероприятие по сути и должно иметь особое значение. Трудно создавать яркое, светлое будущее, если не ценишь достижения и важные страницы прошлого. Минувший 20 век назван главным столетием истории. Век сплоченного, трудолюбивого народа. В первую очередь потому, что победили в самой кровавой и жестокой войне. История. Это дорога в сегодняшний день. Школьники вместе со своими наставниками прошлись по важнейшим этапам героической обороны Кавказа. Напомнили о тех, кто защищал родную землю в тот период. И перекинули своеобразный мостик к нынешнему времени и необходимости снова вставать на защиту рубежей нашей страны. Собственно, подготовка к столь значимому мероприятию как нельзя лучше помогла ребятам окунуться глубже в события, происходившие на этой земле 81 год назад. Здесь происходили одни из самых кровопролитных боев. Это музей героям перевала Кавказа. Это Марусский ледник, в котором нашли погибших наших замерзших солдат в леднике. После этого организовался у вас очень удивительный музей. Ну и понятно, бои. Это перевалы Санчарские перевалы, Марусский перевал, Кулухорский перевал. Это практически, это Карачаево-Черкесия. Поэтому здесь, надо сказать, остановили врагов. Благодарим организаторов, люди, все заинтересованные в сохранении памяти, в сохранении истории, отдавшие этому виду деятельности, этим акциям, ну, наверное, много времени. И сегодня вот мы хотели бы, конечно, встретиться с нашими ветеранами. На сегодняшний день у нас жив один ветеран, участник Великой Отечественной войны, Смородин Федор Владимирович, которому исполнилось 102 года. К сожалению, самих участников тех событий сейчас куда сложнее привлекать к патриотическим мероприятиям. Вместо посещения ветерана делегация Непокоренного Кавказа отправилась в поселок Московский, где проживает человек, которого тоже можно назвать важной частью истории середины 20 века. И данные о нем хранятся в школьном музее. Начало Великой Отечественной войны Рамазан Адзинов встретил в родном для него Ленинграде. Тогда у него были другие имя и фамилия – Виктор Воронин. Последние свои дни в блокадном городе он помнит как сейчас, и выезд на грузовиках через Ладожское озеро, и последующую отправку в более безопасное место. Ладожское озеро нас перевезли, с машины прямо в вагон посадили нас. Вагон большой был, длинный, товарный какой-то. Я почему сейчас говорю это вам, потому что я уже знаю товары. И в вагоне мы сколько дней были, сколько сидели, я не могу вам сказать. И нас привезли в Карачаево-Черкесию сюда. Рамазан Магометович поддерживает связь со своими питерскими родными. Но теперь именно в Карачаево-Черкесии его родной дом. В 4-й гимназии поселка Московского участникам автопробега рассказали и наглядно показали, какую роль в образовательном процессе занимает патриотическое воспитание. Ведь пока жива память о событиях прошлого, как бы сохраняется и нить, связывающая поколения. Артур Мхце, Олег Молхожев, Вести, Карачаево-Черкесия, Усть-Джигутинский район.